Привет. Ты когда-нибудь видел российские деньги? Я тебе покажу. Смотри. 100 рублей. На банкноте 100 рублей мы видим Большой театр в Москве. Очень известный театр. Большой театр. С одной стороны мы видим Большой театр, а с другой стороны мы видим квадригу на Большом театре. Дальше 200 рублей. 200 рублей на банкноте или на купюре 200 рублей мы видим памятник в Севастополе. Памятник – это что? Это, вот, например, человек. Исторически важная фигура. И вот памятник этому великому человеку. Памятник. Так вот, на купюре в 200 рублей мы видим памятник затопленным кораблям. Вот есть корабль, и он утонул. Все. Затопленный корабль. Затопленный корабль. Это памятник затопленным кораблям. С одной стороны, памятник затопленным кораблям в Севастополе, а с другой стороны, Херсонес. Сейчас это музей, заповедник Херсонес Таврический. Но раньше, давно, очень давно, так, в пятом веке до нашей эры. Смотрите, это ноль. Это Рождество Христова, то есть рождение. Сейчас рождение это вот. Рождение. Родился Христос. Иисус Христос родился. Вот это рождение Христа или Рождество Христово. Вот это время, вот этот период времени мы по-русски называем наша эра. Наша эра, ну наше время, наша эра. А вот этот период мы называем периодом до нашей эры. Вот наша эра, а это до нашей эры. До нашей эры. Вот. И город Херсонес
Это очень старый город. Это город 5 века до нашей эры. И это греческий город. Это город древней Греции. Вот. И, конечно, это очень красиво, но очень-очень старый памятник Херсонес Таврический. А ты хотел бы побывать в Москве и увидеть Большой театр? Напиши в комментариях. Напиши по-английски, если хочешь. Напиши по-русски, если можешь. И счастливо!